Игра престолов «Зима близко» – официальная браузерная онлайн-игра. Тебе предстоит развивать собственный замок, обучать войска, заботиться о своих землях, сражения армий. Объединяйся с друзьями и устраивай PvP-баталии армия на армию. Джон Сноу, Роб Старк, Семь Королевств ждут тебя, Битвы и Драконы. Ссылка находится в описании. Всем привет, вы на канале Готика, канал про призраков и паранормальные явления. В этом выпуске посмотрим на 5 призраков, снятых на камеру. Ваши версии насчет подлинности напишите в комментарии под этим видео. Номер 5. Это жуткое видео снято около заброшенного госпиталя Хейсвуд, город Мейнсвиль, штат Кентукки. В конце видео в окне здания появится жуткое лицо призрака, который смотрел прямо на оператора. Насчет подлинности видео, я считаю, что видео фейк. Одна из основных причин, почему я так решил, это то, что призрак стоит в окне и должен быть неподвижен. По крайней мере, не так синхронно, как на этих кадрах. Когда девушка начала приближать окно в кадре, то призрак двигался вместе с камерой и как-то неестественно. Будто призрак был не в окне, а в объективе. Наверное, видео фейк, но это не факт. Номер 4. Это видео из Индонезии. Блогер проводит прямые трансляции, где его подписчики смотрят, как этот парень бродит по лесам ночью, где обитают призраки. На этом видео он с близкого расстояния снимает призрака, женщины в белом. Смотря на этого якобы призрака, можно вынести вердикт, что видео фейк. Привидение слишком похоже на живого человека. Номер 3. Этого американского блогера зовут Майкл, живет он один и у него в доме поселился призрак, который не хочет уходить из его дома. Все его видео про его дом и паранормальную активность, которая тут происходит. И в этих роликах есть много страшных и реалистичных моментов, где автор заснял призрака. Это один из самых пугающих моментов из его цикла «Видео с призраком». Hello. 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 Fuck this. No. Come on.
Номер два. Этим девушкам стало скучно, и они решили быстренько смастерить из бокала и листа бумаги доску Уиджа и вызвали какого-то духа. И судя по видео, двое из них напуганы, так как призрак начал прикасаться к одной из девушек. Также он двигает бокал и шторы. Для них это игра, а для духа это реальное приглашение в дом. Номер 1. Пилот-призрак. В 1987 году группа друзей отдыхала, веселилась и фотографировалась в одном из авиаклубов Великобритании. Женщине по имени миссис Сейер приятели предложили попозировать в кабине вертолета. Когда снимок проявили, на нем отобразился мужчина в белой рубашке, сидящий рядом с Сейер. Хотя потом друзья в один голос утверждали, что в момент съемки внутри кабины кроме женщины никого не было, а сама британка клялась, что когда села в вертолет, на какое-то мгновение почувствовала сильный холод, хотя на улице было достаточно тепло.